Кустанайская область занимает второе место по расторжению браков. Распадается практически каждый второй союз. Развод назвали одной из главных проблем 21 века на заседании комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики. Пошла слабая молодежь. Как правило, маленький небольшой конфликт, и они сразу идут в суд, подают исковые заявления, вот вам заявление, либо запугивают друг друга. А потом уже, когда суд выносит решение о разводе, они уже начинают об этом жалеть. Проходит 2-3 месяца, они возвращаются к нам в суд и просят отменить этого решения. 4,3% зарегистрированных браков в Кустанайской области распадаются уже в первый год семейной жизни. Из-за большого количества разводов появляется и ряд других проблем. У нас в этом году снижение родов на 5,5%. Вроде бы 5% от общего количества, если у нас в год 12 тысяч, грубо, детей рождается, сегодня 500-600 детей минус. Это почему? Вот кого-то она поэтому, что браки распадаются, еще не начавшись. На заседании председатель ювенального суда отметила, что было бы неплохо создать своего рода семейный суд. Такие практикуют в Европе. Ведь в наших судах в общей массе всех дел не уделяется повышенное внимание именно сохранности семьи. В общей массе дел, да, которые рассматриваются в Кустанайском городском суде, естественно, что повышенное внимание таким делам не уделяется. Да. Вот, в общей массе эти дела идут. Судья единственное, чем пользуется, это предоставляет срок для примирения. Вот. Но здесь я считаю, что важно в таких делах это работа психолога либо социолога, которые могли бы с людьми разговаривать. Пропагандировать семейные ценности, а также начать работу психологов в ЗАГСах для решения семейных проблем среди конфликтующих сторон предложили как путь решения для сохранности семей. Кроме этого, заместитель акима Кустанайской области предложил в школах возобновить уроки этики и психологии семейной жизни. Таким образом, уже с подросткового возраста начать формировать семейные ценности. Алексей Басарнов, Дмитрий Гуренко, Екатерина Комиссарова, РТН.